Добрый день, уважаемые подписчики. В продажу поступает Hyundai Santa Fe. Классическое сочетание черного на черном. Предмаксимальная комплектация. 2,5 литра бензин. 180 лошадиных сил. Полный привод. Итак, по комплектации. Линзованная оптика. Диодные ходовые огни. Передние и задние парктроники. Такие красивые 20-е. Двухцветные диски. Имеется ключевой доступ. Мониторинг слепых зон в зеркалах. Салон выполнен в классической черной перфорированной коже с такой фигурной прострочкой, с явной поясничной поддержкой, удобные кресла. Такой просторный светлый салон. Панорамное остекление, функция люка, интерьерные подсветки. Итак, по комплектации. Полный электропакет, память водительского кресла, вставки под карбон. Акустика Harman Kardon, электропривод первого ряда, управление блокировками, также электроручник, открытие багажника с места водителя, регулировка механическая рулевой колонки. Функция старт-стоп, полностью цифровая панель приборов, датчики света и дождя, мультируль, подрулевые лепестки, управление громкой связью, круиз-контроль, управление мультимедиа. Автомобиль дилерский, русифицирован с завода. Имеются все необходимые приложения для взаимодействия с автомобилем. Также имеется камера 360. Задняя камера оснащена траекторией. Далее у нас по климату он у нас двухзонный. Имеется полноценный обогрев лобового стекла с нитями. Подогрев руля. Функция автохолд, спуск, ассистент спуска с горы, подогрев и вентиляция первого ряда с выбором интенсивности, включение парктроников и шайба переключения режимов движения. Далее у нас двухзонный климат-контроль спереди. И есть возможность управлять навигации с данных клавиш. Ну, мультимедиа имеется в виду. Также у нас имеется беспроводная зарядка и подстаканники. Автомобиль оснащен штатным ГЛОНАССом и панорамным остеклением. Пульт управления им. В подлокотнике имеется ниша для хранения. По второму ряду сидений имеются подсветки на дверных картах. Итак, штатные солнцезащитные шторки для второго ряда, дополнительные USB разъемы, панорама, еще раз напомню, в подлокотнике имеются подстаканники, а также, что не менее важно, двухуровневый подогрев второго ряда кресел, задние диодные огни и электропривод крышки багажника. В комплекте шторка, розетки, складывание второго ряда, органайзер для инструментов и запасного колеса. Итак, Hyundai Santa Fe, черный цвет. Ждем ваших звонков.